Тупые фрезы. Фиг пойми, что с ними. Все. Теперь все настроилось. Так, окей, начнем тогда с улицы, я думаю. Осталось вспомнить. Первое, я помню, около домика. Где-то снизу было. Так, воздушный шарик там тоже есть. Окей. Найс. Отлично. Что у нас дальше? Дальше у нас на другую сторону надо. А, и тут часы показывают, что где-то наверху должны быть. Так, окей. Монетка. Очень неплохо. Так, после чего мы... Так, подождите. Куда мне... Мне нужно наверх, короче, приду наверх, и мы продолжим. Так, мы здесь. Погнали к сундуку. За вас наверх собираться. Так, монетка. Так, все ли тут еще что-то есть? Давайте я побегу, поищу. Кажется, еще что-то было. Просто смотрите, здесь в этом городе есть еще одни часики. Но я не знаю, где они. Ну, по идее, я собрал все, что было, потому что я уже все облазил. Ничего нового такого не нашел. Единственное, что могу сказать, это, скорее всего, вот эти часы. Хотя нет. Ладно, на корабль. Да. Все, я вспомнил за часы. Часы мы еще не взяли, мы что, не выполнили квест мафиози какой-то. Так, погнали на съемки. Где мы там еще что-то не выполнили? Учащийся поезд, поехали. Может быть, у нас даже в этой серии будет два босса. Кто знает. Заходи, мы готовимся снять величайший экшен-фильм в типич... Так, птичья история. Это фильм будет бомбой. Я имею в виду бомбой в хорошем смысле, клевоголовая. Мы сегодня заслужили больше взрывчатки, чем обычно. Итак, мелочка, послушай, у меня плохие новости. Это рычаг, что ты только что потянула, он запускает протокол самоуничтожения поезда.
И это не шутка. Он взорвется. Мне нужно фильм по-настоящему напряженный экшеном. Так что вот что мы будем делать. Пусть взорвется через несколько минут. Но ты можешь спасти нас, мелочка. Доберись до переключателя в начале поезда и отмени протокол. И тебе лучше успеть вовремя, ясно? Мне плевать на сов или на тебя. Но не смей взорвать мой поезд по-настоящему. Это моя малышка. Камеры будут снимать, мелочка, так что поторопись. Вперед, конец связи. Быстрее беги. Ау. Меня вот бесит то, что она... Экшен. Опа, а время-то у нас не так уж много. Почему? Почему ты падаешь? Понимаю. Заново с... Не, ладно. Ладно, нормально. У тебя получилось? И притом вовремя? Ого-го, посмотри на весь этот полученный материал. Посмотри, как ты бежишь. Опасно за свою жизнь. Хе-хе. Что? Мы сделали это, имея киноискусство. И чтобы победить этого проклятого Джи-Грузе. Могу поспорить, что он не сможет сделать и половину того, что мы сделали сегодня здесь. Ладно, забирай одну из этих штуковин, чтобы тебе нравится, ты заслужила. Часики, часики. Но я хотел бы, чтобы Диджей Грувс выиграл. В ролях проводник, в роли проводника, какая-то девочка в роли безумного пиротехника, совы в роли сов. Отзыв уже здесь. Блин, мы все-таки
быстро прошли. Да уж. Все-таки мы отдали победу этому. Интересно, можно было бы как-то сделать, чтобы выиграл все-таки? Так, что у нас? О, еще один разлом. Ну и финальчик. Ага. Глава битва крылатых, битва крылатых. Так, подожди. Кафешка. Вот это я помню, это у нас большой парад. Там дохера людишек, значит, это большой парад. Мне по факту уж не обязательно идти к ним. Мне только нужно найти разлом. Только вот где? Так. Там должна быть зеленый пуршет. Так, вот зеленый. Вот зеленый. А, все, вижу. Временной разлом. Луна. Ой, да ладно, со мной еще и совы будут бегать. Чё, меня камера не слушает? Бэнк. Я понял. Да, это сложно. Это сложно. Ну как, это не так уж сложно. Ну какого?
Е-е-е-е. Ну ладно, ну хоть не самый вниз упал. И то радует. Ну типа, я за то, что я не умер, когда упал. Монеты не быстрые. Совы эти. Неплохо. Сразу минус две. Ага. Быстрее беги. Фух. Успел. Ну просто одно столкновение их, я падаю вниз, я умираю. Новый ремикс. Да, давай заберем. Сейчас посмотрим, что у меня совы сыграют. Совы? Wanna swap out some of the music you hear? All right. Wanna swap out some... Wanna swap out? Wanna swap out some of the... Okay, you might actually... А, то есть они рандомно играют. Так, идемте следующий разлом искать. По идее, вот этот разлом должен быть в кафешке с... Убийство в экспрессе, по идее. Ну, я попробую, типа, посмотрю. Так, сразу побежали. Не-не-не-не, фиг вам, а не разлом. Они хотели меня вопрос поставать. Совет экспресс. Ну, в принципе, ничего сложного. Я понял. А чё? Что за бред? Почему? Ясно, понятно. Очень странно все это дело. А, да ладно, они атакуют. Впервые вижу, чтобы те херовины атаковали. Ха-ха.
Все, отлично. О, мне еще плюс одна глава открылась, последняя. С финальным боссом. Хотите сразу на финального босса пойти? Сразу можем пойти на финального босса, посмотреть, что... А! Вот, видите. Типа, мне достаточно было несколько глав пройти, чтобы дойти до финиш босс. Отлично, я внутри. Получилось. Я проникла на космический корабль этой девочки, не дав сработать сигнализацию. Уверена, она собрала намного больше сколько времени, чем я. Итак, где же она их держит? О, да ладно, мы за нее играем? Нифига себе. А, то есть я не могу лазить вообще? Джекпот! Наверное, здесь она их хранит. Пора повозиться со временем. Все, финалочка открылась. А вы понимаете, что у нас еще не пройдена вторая полностью глава. Третья. А четвертая вообще молча, потому что мы ее даже не начинали. Ладно, погнали. Финальный босс. Так, проводник набрал больше очков. Избрать его в качестве победителя. Нет. То есть я могу еще больше набрать? Давайте еще больше здесь наберу, попытаюсь. И продолжим. Фу, короче, я прошел без вообще урона. Ну как, с уроном, но все равно. Я не умер вообще ни разу. Я хочу, чтобы DJ Roofs выиграл, потому что у него только одна золотая награда. Тогда я 48 только получил. Ну все, да. Я хочу, чтобы диджей победил. Погнали к боссу. Диджей Груз набрал больше очков, избавить его в качестве победа. Его танцы на вид довольно противные. Хотите, чтобы победил? Досталось ему? Да. Спасибо, дорогуша, спасибо. Ты обеспечил нам победу. Мы выиграли ежегодную птичью кинопремию. Проводник наверняка в шутком огорчении от своего второго поражения. Но не волнуйся, он переживет. Неважно, мы здесь закончили. Никаких фильмов до следующего года. Раз они тебе так сильно нужны, ты можешь забрать мой последний киношный реквизит в качестве последнего зарплаты в кинозвезды. Что, ты ожидал что-то безумного? Абсурд, дорогуша, абсурд. Стоп. В натуре? Все? Это... Лол. Прикиньте? А он все-таки выиграл. И битвы не было. Никакой.
А теперь я сделаю так, чтобы проводник выиграл. Объясню ситуацию. Если вдруг я не смогу изменить уже, да, типа кто победил, то, ребят, мы просрали с вами битву с боссом. Давайте битву с боссом попытаюсь сделать. А ну-ка. Нет, все, ребятки. Ничего не будет. Спасибо, дорогой. Что ты ожидала, что-то безумного? Абсурд, дорогуша, абсурд. Ну, короче, ребят, мы упустили одного босса навсегда. Объясняю, если бы выиграл проводник, то у нас был бы босс, потому что проводник... В смысле, не могу отсюда выйти? Ежегодная премия птичьего фильма была сфальсифицирована. Это была работа изнутри. Победитель знает про силу времени осколка. Он хранит у себя один, и он собирается разбить его. Правда, погребена под студией Гидберт. Что происходит в студии Гидберт, когда никто не нет вокруг? Раскрой это прикрытие, милочка. Ой, или нихера, ребят. Походу босс все-таки будет. Все-таки оказывается босс еще будет. Да ладно. Окей. Я думал, все-таки босса не будет, типа. Я думал, мы босса потеряли навсегда. Блин, надо... А можно шляпу поменять? Я уже привык к этой шапульке. Та же локо, но просто вся темная. А, теперь просто некоторые возможности закрыты, оказывается. Показ... Ох ты ж, его мое, в натуре. Здрасте. Не думал, что там вообще что-то есть. Так, ладно, туда я не доеду. Церемония награждения. Все-таки что-то будет. Похоже, тут много на... неоплаченных счетов. Вполне логично, что вы не помните, чтобы на этой планете был хоть один кинотеатр. А ведь взрыв поездов – дело не шовы. Особенно, если было несколько дублей. Это так. Нужно будет туда попасть, забрать.
Кажется, дальше вам прохода нету. Ничего не поделаешь. Так, там монета. Подожди. Так, сюда ток идет, походу нет. Стоп. Ладно, так сойдет. А куда мне идти хотя бы? Типа, с одной стороны, я понимаю, что мне может быть наверх. А, тут проходы... А ну, стоять. А, тут прохода не было. Что-то я тупанул тогда. Ля. Так, окей. Дальше есть куда-то проходы? Только сюда. Так, держи, пингвин что-то болтает, я слышу. Ау. А если, допустим, бы я пошел не туда, а вот сюда? Окей. Не, все-таки походу я бы сюда зашел. Да ну блин, не бейся, башкой. Она башкой бьется и падает. Ага, я понял. Добро, чем больше этих, тем лучше для меня. Так, главное, чтобы я все забирал по пути. Подожди, это просто комната сияет? А, так там просто комната сияет. Тогда нормально. Если еще я купил быструю перезарядку. Пускай будет. Так. Больше нигде ничего такого нету. Что-то у меня такое предчувствие, что наверху что-то может быть.
ну-ка. Ну, ничего не сияет, значит нормально. На тех полках полно фильмов, которых вы никогда не слышали. Количество птичьих каламбуров в их названиях ошеломляет. Нифига тут блестяшек. На этикетке написано «Эффекты бабочки». А как изменилось бы будущее, не прочитав вы это? Очень сильно. На этикетке написано «Макгаффины». Макгаффины, семейка Макгаффинов. Кажется, что помню такое. Либо мне уже глючит немножко. А, пока что я не знаю, куда идти, поэтому просто идем. Этикетка написана «Ружье Чехова». Так, пока я еще куда-то так сильно не залез. Надо собирать все, что я вижу, пока. Кондуктор. Так, окей. В смысле, я ж... Бля! Ладно. Тихо, не задеваем. Так, наверх еще вижу. Тайны кететки написано «Двигатели сюжета». Блин, либо там что-то ценное, либо это одно из... Короче, ясно. Жонглёр. Professionals. Видите, есть куда можно залезть, но... Так, стоять, не спешим.
Так, это как раз клубок, да? А, то есть так. Мне вообще нельзя задевать. Это, вот это вот плохо. Одно попадание, я труп. Ладно. Знаете, написка «Тикающие часы». От мысли о том, что один из них могут спешить, у нас мурашки по коже. Окей. Ну, как я понимаю, я все собрал, что я мог в этой локации. Ну, тут просто ящики мигают. Ну, надеюсь, я все собрал. Окей. Вдруг где-то спуск вниз есть. Секретный, как обычно. Манать. Я не заметил, что у вас одинаково. Я вообще вас там не заметил. Я просто понимаю, что если я сейчас умру, мне заново все придется делать. Поэтому я хочу лучше быть поосторожнее немножко. Так, это выше, да? Так, в принципе, я могу и там включить, и потом сюда пойти, включать. Так, а теперь мне нужно... Ждем, пока, короче, он уйдет, и я пойду залазить. Так, хорошо, эти открылись. Тут, как я понимаю, ничего для меня не будет, да? А, ну здесь, в этой комнате мы были. И мы знаем, куда идти нам. Тихо. Деньги, 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 деньги. Здесь ХП важная штука. Close, close.
Везде закрыто. А, там открыто, но там камера стоит. А нет, ты тут открыто. О, нифига себе. Подожди, так нам нужно сюда или нет? Давайте тогда наверх пойду к яйцам. Просто заново не очень хочется начинать. Стоп, 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 стоп. А чья это комната? Это мист... Это пингвина. У пингвина столько этих? Наград золотых? Я думал, что у него вообще нету, поэтому я ему и решил помочь. Вас поражает непревзойденное без вкусей и излишка увиденного. Только вот и унести это с собой не получится. А жаль. О, там ключ с ТП. Да что, когда меня обманули. И у него было все-таки до хера этих. Так вы понимаете, я специально ему помог, потому что у него была одна награда. Так, ладно, это было логично сюда пойти. Пойдем тогда сюда. Мы раскрываем тайну. О, там что-то есть, ТП. О, стоять. Ладно, я тут так не попаду наверх, да? Так, ну ладно, погнали сюда. На этой доске сплошное бессмыслица. В действительности, это похоже на бредни киношника, пережившего творческий кризис. Слово «перезапуск» встречается не менее 7 раз. О, это ж наши фильмы, да? А постеры-то получили замечательные. Однако, вы осознаете, что не давали никому права использовать свои фото в рекламе. На самом деле, вы вообще не понимаете, чтобы подписывали хотя бы какой-то контракт здесь. Даже персональную информацию никому не давали. Сам Герл. Есть ли вероятность, что с этим фильмом вы не заработаете ни копейки?
Так, подожди, а если туда? Ага, я понял. Понял. Просто бы сказали, что там ловушка. А, то есть мне туда, да, по факту? Но у меня есть ключ. И все, тут больше ничего нету ради монетки. Ну ладно. Хоть монетку дали. Церемония. Вы только посмотрите, кто к нам пришел, дорогуша. Полагаю, ты разгадала мой маленький секрет. Последнее сколько времени остается мне, дорогуша. Если он не нужен, тебе придется забрать его силой. Ladies and gentlemen! Вторая фаза. Нихера себе. Вау. Что это? Не, если все-таки кондуктор был бы боссом, было бы поприкольнее, чтобы выглядело. А, вон оно что. Но они такой сильные на самом деле. Вторая фаза пройдена на изи. Нифига себе. Так, а теперь мне нужно хп. Да ладно. А как? Она сама падает, я что, виноват? Ladies and gentlemen! Окей. Here we go. Check this out. Yeah.
Отлично. А вот теперь начинается... Окей, я понял, куда мне бежать на всякий случай потом. О, нифига. Короче, сюда на ступеньке становимся. И по делу мне не коцает. Ладно, успел. Они коцают. Watch out! В смысле, еще есть у него фаца? Давай поговорим с глаз на глаз. Присаживайся, дорогуша. С тех пор, как ты прибыла на нашу планету, эти осколки времени падали с неба. Слушай, я понимаю, что ты хочешь вернуть свои имущества, дорогуша. Я понимаю, но ты знаешь, что они позволяют отмотать время. Имея один осколок времени, я могу забрать все трофеи, принадлежащие мне, дорогуша. Каждый трофей до единого. Проигранный проводнику, когда он обманом добивался победы. Я не могу этого доказать, дорогуша, но я уверен, что проводник манипулировал всем, чтобы я ни за что не выиграл. Мне нужен всего лишь один осколок, чтобы исправить 6 лет жульничества и обмана. Ты можешь подарить мне всего один осколок времени, дорогуша? Вообще-то нет, потому что я видел твою комнату, чел. Дорогуша, 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 ты настолько эгоистично настроил, я привел тебя в мир звезд и прошу взамен всего один осколок времени. Но ты не хочешь делиться. Ладно, дорогуша, если ты так сильно хочешь вернуть этот осколок, забери его силой. Что это за херь? Помнишь эту бомбу, дорогуша? Я украл ее с киноплощадки проводника. И теперь она принесет тебе гибель. Окей, а время можно? Милый, сюда! Постараться пробежать, как я найду способ обезвредить бомбу. Что это? Ну блин! Давай, 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 сколько еще? Мои обезвреживать готов. Иди сюда. Воу-воу-воу. Oh,
Да ну беги, дура! Все? Ух, нихера себе. Да, ребят, это было все-таки мощным. Ну что, в принципе, все. Поэтому я думаю, давайте мы с вами. А, не. Давайте я сейчас быстренько покручу монетки. И мы закончим на этом. Я возьму. Ну давай. Назад. Давай. По идее, я еще могу два раза покрутить. Зачем мне этот цвет? А? Я не знаю, стоит, чтобы она была у меня вся черненькая. Вдова. Милый. И смертоносная. Давайте пускай будет милая и смертоносная. Чем вся черная. Хотя. Не. Так, сколько у меня там монет еще? А, как раз еще могу крутануть. В смысле? Shift для бега? Ладно, беговая шляпа, возьмем ее. Ну что, давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!